Субхон готовится впервые отправиться в школу. Форму ему уже купили, рассказывает мама первоклассника, а вот с остальным возникли проблемы. Председатель Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова поздравила мальчика в преддверии 1 сентября. Подарила ему школьный набор. Очень благодарна нашему губернатору, нашему президенту, нашему все, кто поддерживает нас. И в трудные моменты, и в счастливые моменты. Огромная благодарность. И вам за это. Спасибо. Спасибо. Вы бы видели эти радостные лица, счастливые глаза, когда ребенок получал этот рюкзак со своей семьей. Когда они читали письмо от губернатора, это дорогого стоит. Поэтому счастья, здоровья этим семьям. И, конечно же, поздравляем их с наступающим Днем Знаний. Красивый удобный рюкзак, а внутри все самое необходимое. Ручки, карандаши, тетрадки, подставка, пенал и многое другое. Школьный набор вручили Субхону в рамках акции «Собери ребенка в школу». Мы даже сами иногда родители не знаем, что купить для первого класса, да? И уже как бы все готово. Никуда не надо голову, а что купить, что это купить. И вот все уже мы будем знать. Акцию проводят для малообеспеченных и многодетных семей в преддверии 1 сентября. Ее главная цель – помочь родителям сделать первый день ребенка в школе по-настоящему праздничным. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».